Ну что, всем привет! Такой вечерний домашний бложик. Не смогла истерпеть, я записала видео, чтобы вы завтра, да, уже с меня начали свой день. Вот, но не стерпела, думаю, вечером больше как-то все соберу с мыслями и скажу те слова, которые не успела сказать утром, да, пока собиралась. Зовут меня Наталья. Мне 45 лет, я бухгалтер, живу в Санкт-Петербурге вместе с сыном 12 лет. Это я сейчас смыла косметику в душе вот таким Лореалем, пенка, очищающий гель, не пенка, очищающий гель для сухой, там это для нормальной смешанной кожи, но я обычно покупаю для сухой. Вот. Значит, чуть-чуть стянуто оно это из-за воды. Так. А душ я принимала другим гелем, но вот сегодня купила в Окее Dove. Такой я еще никогда, по-моему, не покупала. Там на весь Dove скидка. Так он стоит 296 или 269, а так он стоит со скидкой 199. Во, здорово. Очень такой аромат непонятный, не цветочный. Что-то такое необычное, поэтому я его купила. И завтра буду уже с ним душ принимать. Так, ну а пока что берем диск и молочко Лореаль. Вот такое молочко. Я в России уже не видела. Видите, тут по-турецки написано. Я покупала его в Турции. Вот решила сделать такое небольшое видео, вечерний уход. И что? Поблагодарить вас всех, моих и подписчиков. И не подписчиков. Ну, наверное, кто мне написал, кто ждал меня, да, не понял, в чем дело. Наверное, те подписчики, кто мне постоянно пишет, уже поняли, в чем дело, да, что Наташа все сначала она бодренько сказала, я тут заболела. Сейчас простите, приведу себя в порядок быстренько. Вспомнила молодость. А нет. И ушла, освоясь надолго. Да, от меня не было ни привета, ни ответа, ни привета. Потому как, девочки, извините, я не заходила в YouTube совсем от слова. Вот, но не об этом, это я вам завтра с утра скажу, да? Объясню ситуацию всю. Как я болела, что это такое было. Вот, а сейчас я хочу сказать... Сейчас вот глазки вот между ресничками так... Вытру, чтобы не торопиться потом. Сейчас я хочу сказать слова благодарности. И извините, что так получилось, что я не смогла выйти. Но, честно, было вообще не до Ютуба. Вот. А ни до кого, да, так скажем. Просто была... Не просто мне было плохо, как бы я болела, у меня горло, у меня всегда, да, часто болит горло. Там кашель. У меня была какая-то почему-то в этот раз не апатия, а вот полная, как это называется, слабость. То есть я не могла не работать, ну, на дому, да. То есть я ползла к этому компьютеру, включала там этот там 1С, то есть работала там еле-еле. Вот. И поэтому в YouTube у меня даже, ну, вообще даже никого не хотела ни видеть, ни слышать. Вот мы с Тёмкой, даже мама, когда звонила, начинала, я говорю... Типа, ну как ты? Я говорю, мама, не надо звонить, вот мне станет лучше, я как бы позвоню, да? Ну, Аленка там звонила, конечно, потому что по работе, и, ну, и спросить, как я. Извините. Вот. Поэтому я хочу извиниться, во-первых, да? Ну, я не знаю, может быть, за это, как другой, кто-то скажет, за это не извиняется, ты чувствовал себя, как чувствовал. Но да, но все-таки мы с вами уже так плотно... Ой, господи, сейчас, девочки, плотно с вами стали, я общаться, и вдруг я резко, но я поняла, я подумала, что вы, ну, поймете, что я как бы заболела совсем. Вот, но хочу сказать вам слова благодарности. Спасибо вам огромное, что все писали, все ждали. Мне прямо даже потом, ну, не то, что там даже стало, мне было неудобно, что вот я так пропала, но честно, было, не было ни сил, ни настроения. Да, скажу честно, настроения не было вообще. То есть,
Даже я понимала, что надо что-то ответить. Но думаю, ну... А потом, нет, ну сил даже на это не было. Понимаете? Вот. Думаю, ну что лайкать просто каждое? Надо же отвечать. Вот. А сообщений было, конечно, очень много. Спасибо огромное. Больше так не... Обо мне не то, что не забудьте. Не беспокойтесь. Даже, ну, вдруг я пропаду, да? Ну, по болезни вы же понимали, что я как бы заболела, да? Вот, теперь у нас Swiss Image успокаивающий тоник. Так, вот. Я просто вот вышла сегодня вечерком, да, ненадолго, просто сказать вам спасибо за беспокойство. Спасибо, девочки, что ждали меня, что смотрите, не забыли. Ну, я... Также у меня есть, да, любимые там блогеры. Я даже не представляю, как можно забыть, да. Ну, естественно, смотришь сразу, где она, как пропала там или что. Вот. Я тоже своих не забываю никогда блогеров, да. И, тем более, если я подписана, всегда жду, начиная день, там, утро с этого блогера, например, да. Если мне везет, что этот блогер каждый день... А я нахожу такого блогера, который каждый день как бы, ну, выкладывает. Ну, или старается, по крайней мере. Каждый день, вот. Вот, выговорила, да? Спасибо вам большое. Спасибо, что вы не оставляли меня. Вот, мне было очень приятно. Потом, когда я уже пришла в себя, да, конечно же, я начала там... Наполовину ответила, наполовину лайкнула, что я видела. Вот, сегодня с утра в машине я всем написала, что завтра кофе уже будете пить со мной. Видите, у меня чуть-чуть еще остаточно, но это ничего. Я уже как бы не то, что бодренько, мне просто надо уже бодро быть. Вот, смотрите, у меня вот этот Белофт закончился. Я хочу сейчас его вымыть и залить. Вот такое у меня средство есть. Это вот тоже It's Skin, вот эта фирма. Как, вот, видите, одинаковая розовенькая. Вот, но это у нас тонер, вот написано тонер. Это я тоже покупала в подружке, он такой, но я хочу пшикать. В подружке тоже где-то он, видишь, не дешевый, вот этот It's Skin вообще не дешевый. Не знаю, надо на что-то другое переходить. И в интернете он не дешевый. Как бы, не знаю, что такое. Но я хочу, может быть, перейти и тоже на корейскую. Какую-нибудь. Так, что теперь делать? Это надо высушить или нет? Или можно не сушить? Как? С водой можно? Конечно, баночка прикольная. Вообще мне очень нравится. А может быть, они одинаковые? Я буду долго наливать. Я буду долго гнать. А! Не поняла. Не поняла. Это надо открывать. Девочки, это открывать надо как-то. Ничего себе. Кошмар. Он какой-то очень... Он, наверное, не будет прыскаться, девочки. Потому что он вот такой, видите? Ой! Девочки, это класс. Ой, руки сразу. А-ха-ха-ха. Руки, руки, руки. Да, он, короче, не прыскается. Ой, фу-фу-фу. Мне нельзя, руки-то мои. Он не прыскается, девочки. Аромат? Ну, как будто духи. Все, я смываю руки, я не могу. Я, короче, за время болезни еще больше их. Раз... О, все прям мясо. Короче, девочки, это не пшикается. Пшикалку я все равно не буду выбрасывать. Потом ее чем-нибудь заменю. Так. Это не пшикалка, а это, наверное, надо вот на ватку, наверное. Ну, я уже
Как бы, ой, какая прелесть. Аромат, девочки, хотя бы просто ради аромата нужно это купить. То есть, смотрите, правильно, когда я покупала, я сейчас вспоминаю, я как бы, ну, да, открыла. Вот, и хотела понюхать, и мне не удалось. Это что-то, ради аромата стоит купить. Так, и теперь сыворотку It's Skin тоже. С коллагеном, вот она тоже такая розовенькая. Ой, какой дуэтик хорошенький. Так. Меня, короче, я вот еще услышите завтра утром, что я просто постарела за это время. Потому что я все время вот так в коматозе лежала от подушки до подушки. Все вот так вот, все эти качества кожи, тут, значит, нос я, насморк было. Все это, ой, шелушилось все, короче, ужас. Я вчера отсиживалась под душем. Просто себя как это скрабировало и так далее. Это что-то. Это вот не дай бог. Так, бальзамчиком губки. Не дай бог. Это просто все мои вот эти шаги к самосовершенствованию, спорт, там, я не знаю, работа, там, правильное питание, все на смарку. Плюс 3 килограмма, да. Даже сестра удивилась, говорит, ну, обычно, когда ты болеешь, ты, наоборот, худеешь. Я говорю, да, а в этот раз вот так у меня скребло, вот как бы горло, да, начинало, и я прям ела. И мне надо что-то было, все вот это с чаем есть, есть, там что-то там пить, есть, короче, жуть. Так, ну что, и уже на сывороточку. Так, я хочу еще раз. Вот я вчера вечером делаю эту масочку. Может быть, еще раз? Или будет уже перебор? Нет, да. Давайте с промежутком каким-то. Ну, тогда мой кремик. Кремик Ларош-Позей для сухой кожи. Вот я его сегодня утром уже начала. Потому что кожа у меня... Конечно, было вообще на все наплевать, на то, как я выгляжу. Вообще, волосы... Как вот я тогда, девочки, с вами сделала локоны. Локоны остались. Естественно, голова грязная. Но локоны остались, девочки. Этот метод кучерявых волос продержался 10 дней. Я просто была. Я так еще не болела. То есть я болела, ну, буквально 2-3 дня, как бы, и потом я уже начинала там убираться что-то, там еще. А тут просто я лишним лежала. Темка уже. И в пятерочку сбегал. Ну, 2 или 3 раза уже ходил. Потом, значит, и пропылесосился. Я же понимаю, что надо что-то делать. Говорю, Тема, я не могу. Я вот просто лежала. Ну, смотрела сериал. Сами узнаете завтра какой. Девочки, подсела, полюбила. Ладно, скажу. Чайные домохозяйки. Девочки, я его не смотрела, когда был пик популярности. Это что-то. Я каждую полюбила. Я как будто бы жила все эти 10 дней на этой улице, в этом городке. С ними там их дела делала, скрывала, не скрывала. И каждый муж там мне тоже нравился. И, короче, вообще все. Я была... Вот я ушла туда. Простите меня, я от себя ушла туда. И когда все 8 сезонов я посмотрела, ну, выборочно, потому что не все серии есть в интернете. Я думаю, что делать? Что делать, Наташа? Давай. Первая серия, первый сезон. И опять, ну, и когда я уже поняла, что у меня уже первый сезон, пятую серию, я смотрю, я говорю, Наташа, куда ты катишься? Все, давай уже вставай, давай уже потихоньку. И уже вот у меня уже началось. То есть я вот вчера уже где-то в 9 вечера начала сантехнику мыть и полы. Это первый признак того, что Натаха выздоравливает. О, видите, уже смеюсь. А была...
Тёмка такой, ты бы хотя бы шорс, типа того, что, ну, показала бы, что ты болеешь, ну, что ты там помнишь, там, что ты не пропала. Я говорю: Тёма, какой шорс? Я на себя смотреть не могу, это просто Шрек, это просто превращение в Шрека. За пять шагов к Шреку. Вот такое коротенькое. Я не буду долго, потому что долго будет загружаться, монтироваться. Вот, девочки. Все. Желаю вам хорошо провести сегодняшний вечер. Я уже тоже сбегала после работы. Тёмка ходил на спорт. Я, значит, в Окей всего накупила мясного, потому что у меня не было до этого. Я не ходила в нормальные магазины, да, как-то пятерочки. Я не очень люблю там мясное что-то. Вот, накупила там всякого мясного. Сейчас в духовке делаю. Тёмка пришел, я ему, значит, там этого. Потом думаю, а что я сижу? Он в душ пошел, да, например. А что я как бы сижу? Поглажу белье, погладила белье. Думаю, все, я не буду. Вот намыла посуду. Думаю, я не буду садиться, вот так расслабляться, если у меня какие-то дела. Вот буду спокойненько все делать. Сейчас я буду делать уроки. Ну или проверять. Вот. Так что, девочки, мальчики, спасибо вам большое. Я снова вернулась. Спасибо, что вы меня ждали. Вот, что потеряли меня. Вот, теперь все, я вся та же прежняя, ваша Наташа. Вот, теперь будем так с вами. Сегодня ляжем спокойненько, да, вместе как бы, да, спокойной ночи, а завтра утром уже кофеек будем пить. Да, кстати, 3 дня я пила или 4 пустой этот цикорий. И ничего, нормальненько. Сначала я добавляла в кофе, потом кофе у меня закончился, ходить было некому туда надо далеко как бы идти, а метель была, сами видели какая. Я думаю, Наташенька, все, успокоилась. И цикорий прекрасно. Все нормально прошло. Видите, дело как бы привычки. Заставишь себя и будешь и воду просто с утра пить. И бодриться причем, кстати, от нее, наверное, еще больше бодришься. И на долгое время. Вот. От кофе так бодрячок, а потом ты уже как бы, ну, тебе уже хуже. Вот, спадает это все. А от воды надолго. Ладно, девочки, все опять наболтала. Всем хорошего вечера. Ждите завтрашнего утра. Я очень рада, что я с вами. Я думаю, вы тоже очень сейчас обрадуетесь. Что будете сейчас чаек с булочкой пить с Натахой. Вот. Все, целую вас всем. Все, пока. С вами ваша Наташа. Видите, как я уже... Ваша Наташа. Все, пока, девочки. До завтрашнего утра. Все, в 6 утра будет видосик. Все, пока.